Хотелось бы поздравить врачей города Сочи и Краснодарского края с Днем медицинского работника. Пожелать им здоровья, счастья и успехов в их нелегком, но очень важном для нас труде. И пригласить на форум «Здоровье России», который традиционно пройдет в городе Сочи с 18 по 21 июня. Главные цели и задачи форума – познакомить специалистов сферы здравоохранения с новейшими алгоритмами диагностики и лечения заболеваний, новыми лекарственными препаратами и медицинскими технологиями. Выставки соберут руководители санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, главных врачей, специалистов в области реабилитации, медицины, спорта, лечебной физкультуры. Свое оборудование и продукцию представят более 100 компаний. Программа традиционно насыщена. Приедут профессора ведущих институтов. И все 4 дня будут конференции, мастер-классы, школы, семинары. В рамках образовательного цикла также пройдут секционные заседания по актуальным вопросам работы практикующих врачей различных специальностей – кардиологов, неврологов, педиатров и неонатологов, эндокринологов, аллергологов, иммунологов, гастроэнтерологов, ревматологов, терапевтов. В день открытия выставок 18 июня обсудят вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов, а также применение механизмов технического регулирования для обеспечения безопасности объектов спорта. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8-918-201-70-80. Состоится форум «Здоровье России» в новом выставочно-презентационном центре по адресу улица Несебрская, 11.